Иван Валентинович, в случае победы Владимира Зеленского, как вы считаете, конфликт в Донбассе, он как-то будет разрешен? Вот смотрите, значит, у нас были подписаны Минские соглашения, которые оказались тупиковыми. Люди, которые подписали, из тех, кто подписал, останется Владимир Путин в ближайшее время. Что я имею в виду? Лидер Франции сменился, лидер Германии сменится в октябре этого года. Ангела Меркель, соответственно, Петр Порошенко. Соответственно, остается Владимир Зеленский и Владимир Путин, действующий президент. Я думаю, что на сегодняшний день Владимиру Зеленскому необходимо будет пойти по следующему пути. Главное, что сегодня поддерживает этот конфликт, этот сектор Газа на юго-востоке Украины, это примерно 130 километров открытой границы между Россией и Украиной, откуда поступает, соответственно, военная техника, боеприпасы, так называемые ополченцы в течение вот уже 5 лет, и все это поддерживает конфликт. Поэтому Владимир Зеленский должен будет обратиться к западным лидерам с предложением ввести контингент миротворцев, который бы взял под контроль этот участок границ. И я думаю, что с учетом того, что, по сути дела, Минские соглашения себя исчерпают, и нужны будут готовить новое соглашение, не знаю, в Минске они будут или в каком-то другом городе подписаны, где в качестве главного условия со стороны Украины будет поставлено, в том числе и чтобы Россия ослабили санкционное давление, что Россия согласится на введение контингента, мощного контингента миротворцев. Главная задача, которая будет взять, это контроль границы, это участок границы. Дальше нужно будет объявлять амнистию, безусловно. Для участников, я понимаю, что пепел класса, погибло более 10 тысяч украинских военных в зоне АТО. Вот. Пепел класса будет стучать еще долго в сердца и украинского, и русского народа. Но, тем не менее, из этой ситуации надо выходить. Вон, американцы бомбили японцев, атомные бомбардировки сделали. Сейчас это важнейшие союзники. База на Окинаве или там Германия была страной, которая огромное количество бед нанесла всей Европе, в итоге сегодня стала главной страной-модератором в Европейском Союзе. Вот. Поэтому в этом смысле надо будет объявлять его масштабной амнистии для участников этих боевых действий, ну, за исключением откровенно головорезов и маньяков и садистов, которые там были, и таким образом давать им гарантии. Соответственно, тот, кто захочет из них уехать в Россию из зоны Луганска и Донецка, получит такое право. И Россия должна будет обеспечить его гражданство. Тот, кто захочет остаться в Украине, получает амнистию, становится украинским гражданином. Дальше точно так же определяются источники финансирования, вот, по восстановлению народно-хозяйственного комплекса тех зон, где происходили бои в значительной степени, разрушена инфраструктура. И что-то мне подсказывает, что такой человек, как Ринат Ахметов, с удовольствием бы согласился на такой вариант, и в том числе активно принять участие в финансировании такой программы.